Ульяновской гимназии номер 1 вновь говорили о грамотности русской речи. Тон в интересной дискуссии задал редактор авторитетного издания «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Встречу его со старшеклассниками в рамках проекта «Энергия науки» организовал информационный центр по атомной энергии. Тема беседы – что значит быть грамотным в 21 веке. По мнению филолога, ошибки в речи или ударении портят имидж современному человеку. В этом смысле он сравнил подмоченную репутацию с грязным пятном на красивом галстуке. Грамотность нам нужна просто, чтобы мы друг друга понимали, чтобы мы общались, не расшифровывая, что же хотел сказать или написать собеседник. И вообще грамотность – это, конечно, не только умение говорить без ошибок в плане ударений, в плане других норм. Это еще и умение выбрать слово в соответствующей ситуации, умение правильно и точно выразить свою мысль. Это всем нужно, независимо от того, чем мы занимаемся, где работаем. В то же время у филолога нет догматического подхода к русскому языку. Он признает его пластичные реформы. В этом смысле одни нормы со временем устаревают, а другие, наоборот, входят в обиход.